Наталья, Ольга. А, ну ладно, пусть уж так. Наталья, Ольга. Я даже имен вас больше не буду говорить. Ну, так получилось. Мне когда позвонил брат, сказал, что вы запрещаете вас обзывать, называть. Вот. И что интересно, вот тут самое главное, интересно получилось. Мы заканчиваем, спасибо брату, мы заканчиваем этот странный спор. Наталья, Ольга и Мичурин объявили, что посадка косточками, ну, слово портить, это мичуринский термин, у них превращается в дички. Ну, хрен редьки не слаще, да? Ваулин, Кузнецов и Железов, другая сторона. Я сейчас специально покажу вам Ваулина. Смотрите сюда. Вот. Еще раз. Я даже не помню, с моей-то памяти, показывал это или нет целиком. Почему? Потому что это нормальный. Так, это нормальный труд. Смотрите. Тара-тарам, порадуемся на своем веку. Итак, внимание, Ваулин плюс Железов. Ну, Ваулин забыл, что Железов надо было упомянуть. Ну, ничего, я не стесняюсь, я сам приписал себе. Вот. Смотрите. Заметьте, я специально, он на тот момент, он доцент, он там когда-то был завкафедрой, как он меня отругал, что я был рядом в Челябинске, а он хотел, мечтал, чтобы я прочел его студентам лекцию. Это был мой единственный шанс. А он ученый. Все любители знали, что я в Челябинске. Так было? Вот. А он ученый. Ему никто не доложился, что железо 20 километров. Вот получилось так. Инновационная разработка. Я просто листаю. Вот. Ну, всю ее с гордостью, потому что я к этому имею прямое отношение. И своими словами объясняю. Ну, это ясно, что это саженец пересаженный, это не пересаженный. Ну, тут как, вот если бы я вот тому парню, который 5 тысяч пришлось вернуть, вот я сказал бы, он сказал, дураку понятно, посади, да? Но тем не менее, так получилось. Я еще удивляюсь, когда ученых в статьях я читал, что советуется обязательно пересадить, да? И, наконец, нашелся смелый ученый, на тот момент уже директор института. Я ему желаю стать директором уже вот эта часть этого Челябинского университета. А вот мои слова помешают. Как так Рудимова набросились? Предателем называли, что он Железову книгу написал общую. А он Тимирязевич. И вот это вот, вообще всю систему, все. Прочитайте потом сами, ладно? Вот почему? Потому что у нас любители это уже давно стало нормой. Видите, какие урожаи? Вот. На молодых деревьях. Вон речь-то идет. 9 лет назад. Плодоносит на 5-й год 37 градусов. Четвертое плодоношение. Вот. А самое главное, вы понимаете, вот рядом экспериментальный сад Челябинского опытного участка. 300 грамм с дерева. Он не постеснялся, да? Он бы сказал, что там рядом урожай там. Или хотя бы написал бы 100 раз меньше. И то как-то бы не так выглядело. Вот, пожалуйста. А теперь самое главное, смотрите. Итак, все это было перепроверено самого автора. Но он забыл мою фамилию. Бывает. Случайно, видимо. Вот. Все это мои сеянцы маньчжурских абрикосов. Из-под дерева патриарха даже сеянцы, я вас угощал, уже от сыновей они еще лучше. Правильно? Кругом перепутаны там они, кругом отцы эти благородные. А это еще под того. А там рядом только рос Манитоба, совсем близко, и Амур. Все. Посмотрите разнообразие. Косточки с одного дерева 1 года. Смотрите. А скажите, что это дикари. А девчата этого не знают, вот, тимирязевки, этого не знали. Они, ну, понимаете, вот совсем другой мир. Семь с этих самых изобретений полюфина. Ну, пожалуйста. Ну, разве можно было так вот это, сходу все это отрицать? А самое главное, что здесь, внимание, без ухода, без обрезки. Вот и все. То есть, смотрите, у меня появилось такое желание, я сам, вы тоже не случайно здесь сидите, у меня появилось такое желание, вот, было как, есть у меня большая папка, а там выращенные из моих семян, причем культурные, я всем показывал, все видели, кто постоянный, из черенков привитых, из моих черенков, и саженцев Сергея Железова,
И у меня получалось как? Примерно одинаково. Значит, несколько десятков роскошных фотографий персиков, вишен, черешин, слив, абрикосов по Уралу. И с той стороны Урала примерно столько же. То есть мы уже... То есть и тут удача персики, и там персики, и тут абрикосы, и тут. Примерно равновесие. У меня даже целый фильм создан. Вот. Но это любительское садоводство. Оно будет распространяться, я вам чуть ниже покажу, там свежие фотографии. А я сейчас о другом. Надо мне, это моя задача, подточить фундамент вот этой самозазнайства, по-другому слову не наберу. Оно не самое грубое. Я сам самозазнаю, поэтому я и говорю. Только у них так, железо мели чепуху, нет, чушь, да? А вот. А у меня шикарное образование. Получается, что я вынужден как? Урал, граница, но Урал наш. А ниже я поясню эту мысль. Пойдемте дальше. Вот. Поясню мысль. То есть я хочу, чтобы ученые было шире с палитры. Причем больше надеюсь на ученых уральцев, сибиряков и дальневосточных. А дальше пойдемте, сейчас разберемся. Потом у меня такие примеры, это самое, тут без этого лучше не смотреть. Причем положительные примеры с валидолом, отрицательные с валидолом. Смотрите. Видите? А мой самый яркий пример китайки, их никто никогда. А это у нас в Сибири, когда сюда приехал, и Китаев было, больше всего в садах, больше яблонь. Почему? Корни хатотка, во, каждый выкапывает, готовый саженец. Выкапывает. Они за 10-20 лет заполонили все. Потом люди начали тоже не сажать. Вирусикаторы, давай им там делать. Представляете, корневый отводок из земли вылез. Какой нахрен твой? Ну ладно, проехали. А китайки никто никогда, естественно, не прививал. А я на прошлом вебинаре показывал роскошные китайки. Почему они уперлись в это самое, что вырастут дички? Я тогда и сделал, смотрите. Кузнецов, фотографии я показывал в прошлый раз, не помню. Да. Показывал, да? Вот. А это все идет от этих самых, от дальневосточных манжурцев. Ваулина получилось. Кузнецова чуть ли не больше, чем Ваулина. Роскошная фотография, да? Про мои я уже не говорю. Вот она, другая сторона. Вы понимаете, как разошлись мы с вами, а? Тимирязевки. Почему вы не хотите? Вот почему вы это? Вы понимаете, что если кто-то из вас пишет, ни в коем случае не садите косточками, получится дикари. Вы сколько людей охоту отбили, просто лишили возможности. Понимаете? Это когда-то говорили, нельзя купаться, заболеешь. Классик писал это самое. Цыганёнка, если отмыть, он умирает. Ну когда-то надо отмыться-то. Вот. И окажется, что не обязательно это. И вот, пожалуйста, смотрите. Вот он, манжурец. Ну, это мне грустная тема. Не поддержала меня вот это. С виду человек умный. Ну, куда он мог деть? Я ему выслал книги, диски, все материалы, все. Куда он мог это деть? Показать на экране? С работы к чертовой матери, понятно? Ну, даже Елена, гражданка, аспирантка. Ну, это правда, что выгнали с работы? Если бы он начал пропагандировать все, что мы выше показывали. В лучшем случае отправил в академию, а там похоронили так же, как все, что я выслал Путину и этому, и Лукашенко. Вот. Это была моя последняя надежда. Симпатичная девушка, королева красоты. Куда ее? Войти в секретарши, чай подавать. Кофе, наверное, хорошо заваривала. Да? Вот. Она же, может, на работу не просыпала. Ректор уходит министром науки, а министр науки – это самый умный человек в стране должен быть. По логике. Да. Самый умный человек. А она идет ему в заместителя министра. То есть после нее она самая умная. Ну, вот еще 2-3 заместителя. Вот. А вот так, как в том анекдоте. Как вы пьете эту гадость? Вот так и мучаемся. Помните? Выпила жена со злости стакан водки у мужа пьяницы. Как вы ее пьете? А вот так и мучимся. Вот мы теперь. Вот.